Царица трапезничать желает. А? Царица трапезничать желает. Да, кушай, кушай, Маша, кушай. Только треск стоит от костей, да? Или там нет костей? Есть, там грудинка же. А, грудинка ты ешь. Видели? Грудинку она ест. Толстый-тонкий край, все дела. Сегодня 17,5 килограмм мяса привезли. Хорошо. Да, я пофасовала после печени по норме. Она должна быть свежайшая, да? Ну, мы размораживаем то, что свежайшее. Но когда свежая привезли, конечно, правильно. Ну, не замораживаем. Когда привозят, дня три мы можем кормить ее замороженную. Я буду пару дней в холодильнике задержать. Они на самом деле и потухшие едят. Нет, понятно, и падали забираются. Падали они не едят. Почему? Едят, если достаются в гиену. Но могут не очень свежие. Не знаю, мне казалось, что они в основном. Они понятно, что да, но они не брезгуют, если жать охота и не удается. Ну, мне брат тоже, да. Но если он голодный, то. Как мусульмане практически. Жрать охота, не бекон будет. Маленькая девочка. Маленькая, очень маленькая. Мамина девочка. Шарики? Ну давай, подержи. У нее же лапа в два раза больше, чем Наталья, у тебя рука. Мечи. Надо когти подстричь уже. Зацепь, нечаянно. Расстроиться еще, не дай бог. Подержать, да? Сама не может? Сама держать бы не научилась? Мама должна Нет, держать. Она может, но ей нравится, когда держит. Где компания? Она уже скучает. И я скучаю.